Могу, кстати, краткую биографию о себе рассказать. Давай, заряжай. Гемоглобин, как у Чечена, 140. Яу-яу-яу. Едем в Сестрорецк на полумарафон. Чтоб красивым быть, поправлюсь. Эритроцитов мало, а гематокрит, как у беременной. А что жрал на завтрак сегодня? Вот вчера была половинка арбуза. Так, я съел от половинки половинку, ага. Осталась полочка, ага. И эту полочку я с утра, а потом два финика и банан. Хорошо, руки-то вот они. Под прошлогодней листвой я найду твои следы. Иду, блядь, что мое ебало-то здесь? Под прошлогодний лист твой я найду твои следы. Я там кое-что по сыроеду, ну после возьмем. Голову не отрываете, жарите. Муку. А, ну с головой там все самое, да, полезное. Нет, голову потом, когда потом кушаете, убирать, да? Нет, да. Поюзай пока, я штанишки переодеваю. Так, сейчас проверим, как они в видосе запускают их. Они вообще не сгибаются. Порвал! Сейчас, дубль 2. Это все фейк, нюанс какой-то. Это просто от типичного кеды паленые. Ну, сторожев купил где-то дерьма, я взял у него. Гликоген есть? Гликоген есть? Гликоген. Это новая тема. Показывать кубик. Такой гном. Степа челлендж запустил. Бежим, кстати, я в них ни одной тренировки не сделал. Посмотрим, можно ли вообще бежать в кроссовках, не юзая их ни разу. Сразу же соревнования. Переварят ли ноги или нет? И без телек ортопедических. Это тоже новый опыт. Без ортопедических стелек? Да. У меня так друг умер. Поскольку начинать будешь сегодня? Начну с лидерами. Мне нечего терять. Начнешь с лидерами. Ничего, что лидером ты сегодня будешь? Как дядя Витя. По системе дяди Вити Золотарева. Вообще я готовился по его системе, если кто знает. Хорошая такая метода. Он говорит, с распущенными беги еще. Делай! И туда хуяришь. Паркер. Блять, Паркер Стинсон, нахуй. Ебать копать, что это за кровяной допинг у нас тут на спине был? Это методика Брэда Питта. Массажист такой есть, Брэд Питт. Покажи кубики. Мой ровесник. Нет, кубики, я же сказал, в лесу был. Блять. Есть что? Да, там нормально все. Жира дохуя. Смотри. Жирный пиздец просто тут такой. Это хорошо. Как вам контракт с этой фирмой? Хорошая. Хорошая? Это не маленькая, это большая. Это изотоник. Изотоник. Мы сейчас его глотнем. И вот такие бананы гнилые. Я знаю, что там спирт и апельсиновый сок. Как это, отвертка называется? Или нет? Перед половинкой многие разминаются дохуя. Мой совет, не стоит. Мы разомнемся полторашку и 500 протянем. Чуть-чуть покрутим суставы, поускоряемся, может, СБУ. Ну, в общем, по самочувствию. Все в удовольствие. Почему-то мышцы пресса сдавливают. Тапки сдавливают. У меня инфаркт, блядь. Раз. Тигровый, чтобы быстрее выходил. Смысл жизни удовлетворять свои биологические и животные потребности. Писать, какать, кушать. Ну, бегать, кому нравится. Но только не соревноваться, а в удовольствие. Я теперь главный здесь. Это влог про меня, блядь. И нехуй тут. Да, догоню пацанов. Чё, как? Да я ж здесь живу, вот рядом, я знаю, на длительный. Живёшь. На длительный. Сейчас тачка. Поболеем. Как дела? Да ничего, нормально. Работает. Чё вы бежите сегодня? Сейчас двадцаточку. Двадцаточку? Кайф, погодка, кайф. Вообще, бомбочка. Чё, как это, на десятку настрой? Поработать? Боевой. Наконец-то поработать, мы тебя давай, увидим на шоссе. Блядь, поболейте за старика кто-нибудь, ну что вы все на молодёжь? Давай, Колян!
Походу Колян старик просто, они поэтому за него и болеют. Лодочник, накали мне купола! Вот это девайс! Охренеть! Смотрю на часы, а там 3:02. А я пизжу как пчёли. Надолго ли меня хватит? Старая ебала. Все еще бежит. Юная змея крутит и пиздит. Я спокойно, нормально все чувствую прям. Щепок. Да. Питание это все субъективно настолько. 31:40. 31:40, телебас. Так, воды готовьте, ёпта! Готово! Хорош! Маленькую пацанам оформите. Наш ответ Паркеру Стинсону. Это, знаешь, мой ответ Эмили Стинсон, скорее. Когда тебе, как кипчоге, 48, блядь. Здесь на видео, как будто я пешком, блядь, иду. Сука, ну что ты за бегун такой, а? Походу, не надо было чемпионат России бежать. Сейчас. Другое дело, сейчас все стрики бы выиграл. Ну да, престижный старт, кстати. Домашний. Блин, да вообще родной, первый раз. Сейчас 5:59 здесь пробежал. Сейчас 6. Вообще доволен был. Фу. Результатом доволен. Всем спасибо за поддержку по трассе. Станислав, мы тебя поздравляем. Это была красивая, убедительная победа. Спасибо. Поздравляем. Благодарю. Удачи. Да. Давай кулачка. Кулачка. Сами надо бахнуть, да? Что там по времени? Давай. Час 6:17. До женского мирового еще 1.5 минутки. Если бы не видео, я бы не стал терпеть по 3:15. Катил бы, подъехал бы. Ну да, нажрался где-то в последнюю пятерку уже так. Я мучил, но катил ее, видимо... Подготовка топовая. Думаю, готов пачки и сейчас 6 бежать. Магазин? Да вообще шикарно, кто-то не бежал, 2 пива взял. Готов парней везти в Москве? Да, конечно, готов. Сейчас еще недельку отдохну и вообще нормально. Насколько договорились? 29:50. Сказано будет сделано. Проведу. Что тебе подарили? Покажи нам. Подарили вот такую конфету. А вторую конфету покажи. И толстую банку пивка. Моя любимая. Так. Это будет традиция. Хорошая, добрая традиция. Как во времена пляжечки. Старые, добрые. Я пока не снимаю. Правда, тогда такой традиции не было. Не, у пацанов было, но я не пил. Сейчас-то я бухаю, пиздец, как конь. Бля, хорошо пошло. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей. Туда его! Добьем. Макс, как оно, Макс?